астры новый замок. Смесь рекомендуют высевать в марте-апреле на рассаду для получения раннего цветения. Пересадку сеянцев на постоянное место проводят в мае-июне. Для цветников с астрами новый замок, смесь выбирают солнечный участок с хорошо дренированной почвой. Растения неприхотливы, но нуждаются в регулярном поливе во время засухи. Вырастают кусты в высоту до 70 см. Культура компактная, с большим количеством побегов. Красивые густомахровые соцветия распускаются в июле. Длится обильное цветение до конца сентября. Астра китайская новый замок – это травянистый высотой от 60 до 70 см. Цветет растение в месяц июль, август, сентябрь. Окраска цветка – смесь окрасок. Размер цветка этого прекрасного растения достигает от 8 до 10 см. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.